Предлагаю вам попробовать яблочный чай с ягодами и кардамоном. Он получается ароматным, пряным и невероятно вкусным. Такой чай идеально подходит на осенне-зимний период. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить яблочный чай с брусникой, клюквой и кардамоном. Ягоду можно использовать как свежую, так и замороженную. Столовые ручки кардамона можно заменить молотым, но он менее ароматный. По желанию в чай можно добавить пару листиков свежей мяты. Если пить такой чай в горячем виде, он хорошо согревает. Кроме того, он содержит большое количество витамина С и поддерживает иммунитет. Яблоки, 1-2 штук. Сушеные яблоки, 20-40 грамм. Клюква, 50 грамм. Брусника, 50 грамм. Сахар, по вкусу. Кардамон, 3 штуки, стручки. Вода, 500-600 мл. Количество порций, 2. Подготовьте все ингредиенты. Яблоки помойте, удалите сердцевину, нарежьте дольками. Столовые ручки кардамона раздавите ножом или в ступке, чтобы они раскрыли аромат. Выложите в чайник бруснику и клюкву, сушеные и свежие нарезанные яблоки, добавьте кардамон и сахар. Залейте кипятком, закройте чайник и оставьте настаиваться на 1 час. Приятного чаепития!